Банан – татуировка для тех, кто любит экзотику, путешествия и обладает бешеной харизмой. Благодаря большому количеству сахарозы и клетчатки, этот фрукт признан самым мощным источником энергии для человеческого организма. Именно поэтому такой эскиз стоит рассматривать тем, кто постоянно чувствует большой прилив, возбуждение и сил, готов творить с утра и до позднего вечера. Этот плод является символом раскрепощенности и удачи. Считается, что таким людям везет по жизни, и буквально все сходит с рук благодаря невероятному везению. Наверное, поэтому тату с этим фруктом стало набирать популярность среди молодежи. И одной из самых интимных и оригинальных является банан. Значение в мире и древней культуре. На протяжении многих веков, практически у каждого народа, банан считается символом мужской силы и возбуждения. Точной легенды, откуда же на самом деле появился этот фрукт, нет ни в одном источнике. Но в Индии есть романтичная сказка о появлении этого плода. Когда-то у отца родилось три дочери, которых он назвал Гранат, Манго и Банан. Стоило девочкам вырасти, как мужчина спросил у них, чего же они на самом деле желают. Манго и Гранат захотели иметь много детей, а Банан попросила всего лишь одного ребеночка. Для отца желание дочерей было законом, поэтому в следующей жизни они переродились в прекрасные растения. Две сестры плодоносили каждый год, а Банан осталась матерью-одиночкой, которая отдает все свои жизненные силы всего лишь одному плоду. Банан считается фруктом долголетия и авантюризма. Его необычность формы привлекает раскрепощенные личности, что стало мощным толчком для некоторых стран сформировать свои традиции. Например, во Вьетнаме после покупки этого фрукта женщине запрещено держать его в руках в целой форме, поэтому ей зачастую приходится разламывать его на две части и только так нести домой. Символ в разных странах. В Европе нет особых правил поведения с бананом, но за уже довольно продолжительное время сложилось мнение, что банан – это символ сексуальных игр. Поэтому люди молодого возраста часто шутят на эту тему. А те, кто не обладает стеснением, может спокойно есть его на улице или в общественных местах, что категорически запрещено в странах Востока. Тату с таким рисунком может по-своему восприниматься у разных народов. В Африке человека с эскизом этого плода могут принять за сексуально озабоченного, в странах Азии – за эгоиста и любителя путешествовать. А вот в европейской части мира за человека, который сопротивляется серости толпы и ищет свою определенную индивидуальность, бросая тем самым вызов общепринятым стандартам. Также изображение тропического фрукта на коже всегда будет характеризовать человека как азартного игрока и авантюриста. Он легко идет на контакт с людьми и любые эксперименты, без проблем соглашается на любые, даже самые ненадежные предложения. Таких людей обычно называют «сорвиголова». Они просто получают удовольствие от жизни и не задумываются о том, что же будет дальше. Значение татуировки для девушки. Рисунок с изображением банана, выполненный в ярких цветах и крупном размере, подойдет девушке, которая обладает невероятной сексуальностью и харизмой. Обычно большие тату представительницы женского пола набивают на плечах или бедрах, тем самым показывая толпе, что стесняться им нечего. Такой эскиз характеризует их как сильных, волевых и решительных личностей, которые любят путешествовать и готовы на рискованные вещи, только чтобы не слушать мнение окружающих. Небольшие татуировки в большинстве случаев девушки набивают на предплечьях или интимных местах. Обычно это говорит о легкой замкнутости, неуверенности в своей сексуальности или угрюмости. Зачастую женщины с таким эскизом не стремятся показывать свои желания или мысли миру, тем самым набивая либо блеклые, либо черные тату по контуру. Тату в виде очертаний банана свойственно легким и беззаботным личностям, которые стремятся много путешествовать и не думают о завтрашнем дне. Такие рисунки свойственны немного эгоистичным натурам, которые стремятся за признанием и стараются выразить себя через все формы эпатажа. Значение татуировки для мужчины. Банан относится к ряду татуировок, которые в основном набивают женщины, а не мужчины. Но если вы увидели на улице представителя мужского пола с таким эскизом, то знайте, что перед вами очень неординарная личность. Красочные тату парни предпочитают набивать на плечах и икрах,
чтобы в жаркую погоду люди смогли увидеть их самовыражение. Они присущи сильным, гордым и веселым мужчинам, которые никогда не задумываются о чужом мнении и плюют на стандарты. Если парень набивает тату банана в виде мультяшного героя, то это означает, что он еще не готов проститься с детством и взять на себя серьезные обязательства в виде семьи или работы. Обычно это оказываются любители шумных компаний и временных интрижек, которые не нуждаются в продолжении. Рисунки, скрытые под одеждой, говорят о замкнутости и стеснении мужчины. Поэтому перед вами очень серьезный, возможно, даже закомплексованный человек, который не стремится раскрывать себя обществу или близким людям. Если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь заранее, большое спасибо.